Привет! Мы на канале Disney Kids TV. Всем приветики! А вы знаете, что я сегодня для вас приготовила? Что-то очень интересное. Видите, у меня к вам вопрос. Можно ли удержать две вилки на одной спичке? Нет. Почему? Уверена? А, да, можно. Ты думаешь, что да? Да. А ты думаешь, что нет. Вот смотрите. Смотрите, ребята. Мы приготовили две вилки. Вот они, две вилки. И вот такая спичка, самая обыкновенная. На, попробуй. Может, как-нибудь нужно их сложить. Попробуй. Как ты думаешь? Думаю, что так. Ну, попробуй на спичку. И они должны... Вот. Не должны упасть. Только не нужно держать второй рукой. Не держится, да? Ну-ка, Ксюша, дай Ксюша, пускай попробует. Попробуй. Подумай хорошо. Ты же думаешь, что получится? Ты думаешь, что можно, Маргарита думает, что нет. Не получается? Нет? Давай. Ну хорошо. Давай. Вот они падают. Смотри. Так, я сначала сейчас сделаю, а потом я покажу, расскажу этот секрет. Сейчас я соединю. Быстренько. И... Смотри. Классно? А ты говорила, нет, нельзя, можно, смотри. Смотрите, ребята. На пальчике держится спичка, а на спичке две вилки. Не падает. Да, и не падает. И держится без клея, без ничего. Вот могу на другой пальчик. На кончик пальчика, вот так. Вот и весь. Фокус. Хочешь попробовать? Да. Давай. Я. Давай свой пальчик. На кончик пальчика. Вот, держи. Видишь? Классно? Да. Круто, да? Здорово. Спасибо. Ты тоже хочешь? Только не роняй. Давай. Пальчик. Раз, два, три. Ура! Здорово, да? Ну что, теперь давайте ребятам покажем, как это нужно делать, чтобы они попробовали дома сами. Но должны, я так думаю, помочь родители, потому что соединить вилочки не так уж просто. Смотрите, вот у нас две вилочки. Вилки должны быть желательно с длинными зубьями, потому что будет проще соединить их. Вот так просовываем. И вот так вот получается у нас крест-накрест. Вот. Вот. И сюда вниз мы должны затолкать спичку. Аккуратненько, чтобы она не поломалась. Вот так мы затолкали. И все. Теперь берем пальчик. А на бутылку? На бутылку тоже можно. На краешек, на горлышко бутылки тоже можно. И вот так вот она у нас держится. Очень здорово. Если вам понравился наш эксперимент, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! И обязательно попробуйте сделать это дома. Пока-пока! Пока!